Как отмечает газета «Ведомости», инженер компании Эмили Александр уже разработала крышку для напитков, которая заменит трубочки во всех холодных напитках. Эта крышка изготовлена из пластика, но такого, который можно повторно переработать, отмечает в своем сообщении Starbucks. Клиенты также смогут попросить трубочку, которая будет изготовлена из аналогового материала, добавляет компания. Ранее сеть начала продавать чашку многоразового использования, которая по внешнему виду похожа на обычный картонный стаканчик. Помимо этого, Starbucks инвестировал 10 миллионов долларов в проект Challenge Cup Cup Challenge, который занимается разработкой полностью перерабатываемого стакана для горячих напитков. Пластиковые отходы находятся сейчас в центре внимания экологов из-за загрязнения ими мирового океана, от чего в первую очередь страдают дикие животные. По данным агентства Bloomberg, в июне группа из 25 инвесторов потребовала, чтобы компании, в том числе Nestle и PepsiCo, сократили использование пластиковой упаковки. А McDonald's, например, в этом году уже объявил, что к 2025 году вся упаковка компании будет изготовлена из перерабатываемых материалов.